Гиль, ты наверняка видел матч Спартака с Балтики, где было много снега. Удивлен сегодня был, что сегодня не было снега? Нет. Мы смотрели до этого прогноз на погоду. Рады, что погода позволяла сегодня играть в футбол. Ну вообще, ты хоть раз сыграл в карьере, когда было очень много снега, красный мяч? Насколько это проблема для вратаря? Ну да, уже несколько раз играли. Конечно, это усложняет нам много игра. Не только вратаря, я думаю, все. Ну, хорошо, что сегодня такой погоды не было. Как тебе матч? Он сложно очень получился. Ну, я считаю, что мы сам виноват за то, что стало сложно второй тайм. Первый тайм был все по контролю. Мы все время держали мяч, пытались оценить очень наше владение мячи. И уже на второй тайм, мы, не знаю, может быть, мы расслабились. Результат был 1-0. И они, наоборот, и вышли очень настроены. Мы, могу сказать, что мы дали, чтобы они инициативу в игре. И поэтому так стало сложно второй тайм. Был шанс выручить вот в этих двух голах? Ну, первый тяжело, второй, может быть, если я не стоял у ворот и не выйти, могли бы, не знаю, стараться вручать, но первое тяжело. До этого ты прям совершил мега-сейв, как удалось мяч отбить. Ну, это наша работа, мы стараемся как можем защищать наши ворота. И жалко, что после этого сейв был угловой, и мы пропустили, но... Все впереди. Считаю, что это неплохой результат. У нас еще второй игры дома. У нас есть все, чтобы пройти дальше. Слышал болельщиков сегодня? Да. Да, конечно. Они в клубе всегда стараются нам, как обычно, поддержать. Спасибо еще раз, что они пришли. Для нас очень важно, чтобы они приезжали на наши игры. У тебя осталось 13 матчей до 400. Следишь за статистикой? Есть? 13? Да. Mm-hmm. Ты, то есть, я думаю, ты не следишь? Да? Честно, я не ожидал. Я думаю, намного больше. Есть вот стимул, даст вот этот достичь рубеж? Ну, конечно, всегда. Насколько можно еще играть за этот клуб, для меня это всегда огромный стимул. Окей, не важно цифры, важно, чтобы играли достойно и чтобы команда победили. Ну и учитывая, что ты играешь в кубке, тебя, наверное, дополнительный стимул, как можно дальше в кубке пройти и выиграть, наверное, трофей, да? Ну да. Это будет очень важно. Но посмотрим. У нас, к сожалению, в этом году уже кубок не будет. Но у нас осталось еще «Зенит» и «Урал». Очень важные игры, которые будем играть дома. Необходимо, мы должны набрать максимальные очки, потому что мы дома играем, и мы надеемся на это.